Итак, друзья, привет, с вами Вискотти, мы начинаем прохождение Far Cry 5, она вышла сегодня, ну, по-моему, она вчера вечером открылась, но я узнал только сейчас, кстати. На канале Червол Channel, вернее, на их Twitch-канале тоже идет стрим, играет Дженнифер, так что, если кому интересно, как играют девушки в такие игры, то заходите и смотрите. Обязательно подписывайтесь на канал Червол Channel. Надеюсь, что на мой тоже вы все подписаны. Так, ну что же, мы начнем новую игру. Настройки все стоят на максимуме, средний уровень сложности, надо вспоминать игру. Вы пока напишите, ребята, как слышно игру и как слышно меня, может быть, игру нужно немножко убавить. У нас есть возможность выбрать, впервые в этой игре выбрать персонажа мужчину либо женщину. Я так понял, что играем мы за полицейских, да? Ну, давайте выберем мужчину, хотя женщину, говорят, труднее попасть, но... Выберем все-таки мужчину, подтвердим. Так, перезаписать данные, конечно, перезаписываем данные. Я немножко поиграл, скажу сразу, что мне показалась игра, ну вот, по первым нескольким минутам, похожа на предыдущей части, на Far Cry 3. Там, где, вот вы помните, может быть, блин, я забыл, как зовут главного персонажа Far Cry 3. Ну, короче, когда младший брат убежал из плена, да, он бежал. То есть, помните, там, может быть, был медведь? Потому что это такое знаменательное событие. Так, у нас началось, поэтому потом. Штат сокровищ. Не забывайте, кстати, про лайк. Я смотрю, что смотрят уже два человека. Для меня это дом. Мой родной край. Родной и безумно красивый. Потому здесь легко не заметить человеческую подлость. Поймите, никто не воспринял их всерьез. Они другие. Фанатики. Секта. Натуральная секта, блин. Коллапс близок, дети мои. Сперва они купили все наши фермы. Потом радиостанцию. А напоследок прибрали к рукам сраную полицию. Они создали теократию. Just прямо here. Здесь. У нас под носом. Власти нас не спасут. Никто не спасет. Вообще он никто. Он требует, чтобы мы спасли эти заблудшие души, хотят они того или нет. Все отказываются верить в то, что это секта. Люди напуганы. Одни захотят навредить. Фазио, тебе тоже привет. Другие разрушить все, что мы с вами создали. А третьи предать нас. Мы не знаем, на что он способен. Их лидер. Алексей, тебе тоже привет. Для них он отец. Посмотрим, ребята, на активность просмотров на стриме, на активность просмотров на просто сериях. То есть, если будет активность больше на стримах, то будем игру проходить на стримах. Также у нас будет кооперативное прохождение этой игры. То есть... Дженнифер уже дошла до того уровня. Кстати, я уже говорил, что на канале Червол Channel, на их Twitch канале идет тоже прямая трансляция, Дженнифер играет. Вот. Эй, ты! Да, ты! Ты зря тратишь время, тут нет сигнала. Пересекаем Хинбейн. Вот он. Я надеюсь, что игра действительно хорошая. Мне понравилась четвертая часть, мне понравилась третья, хотя третью я полностью не прошел. Вот Primal мне не понравилось. И развернуть вертушку. Хотите, чтобы я проигнорировал ордер, шериф? Нет, сэр. Я хочу, чтобы вы лучше понимали эту ситуацию. Иосиф Сид. Джаст, ты можешь быть забанен. У нас с ним уже были стычки, секта не всегда идет навстречу. Я думаю, иногда лучше оставить все как есть. Да, но закон един для всех, шериф. Иосиф Сид не исключение. Короче, мы полицейские, мы летим арестовывать этого главаря банды. Прием. Да, я... Мы приближаемся к поселку, Нэнси. Прием. Ясно, шериф. То есть у нас есть маршал и шериф. Нет, и как мы видели по форме, мы тоже полицейские. Нашего друга маршала. Прием. Алек Фокс, привет. Ему повезло, что меня нет. Если что, обязательно дайте мне знать. Прием. Понял тебя, отбой.
Может, стоило взять с собой Нэнси. Ребята, напишите, на чем вы смотрите стрим, на телефоне, либо на компьютере. Кто такие эти эдемщики? Секта врата Эдема, поэтому эдемщики, так их зовут местные. Пару лет назад казалось, что проблем от них не будет, но сейчас они вооружены и рвутся в бой. Вы боитесь, шериф? Прибыли. Поселок под нами. Вот как они не боятся лезть в самое пекло, где полно убийц. Они же прекрасно знают, кто такой этот Иосиф. Рико, привет тебе. Серафим, тебе тоже привет. На PC. Окей, ребята. Давайте будем как в кинотеатре смотреть, потому что тут много будет заставок, интересных заставок. Я не хочу их пропускать, поскольку хочется внедриться в эту игру, понять ее. Диспетчер, слышишь меня? Да, слушаю, шериф. Если через 15 минут не выйду на связь, вызывай всех. Если придется, и вызывай хотел поблагодарить сразу тех, кто задонатил. Хотя 10 рублей задонатили, все равно спасибо. Мы насобирали, по-моему, 300 с небольшим рублей. Держитесь рядом, на нее. Не доставайте оружие и помалкивайте. Окей, я игра начинается, ребята. Понял. Я начинаю. Давай. Давайте, пошлите уже, арестуем этого засранца. Идем. И игра закончится. Скорее всего, несколько развязок также есть, как и в предыдущих частях. Так, окей. Мы идем. Он будет в церкви. Ноги есть, это здорово. Смотреть это значит, уже игра не провальная. Сюда. Спокойнее, ладно? У них у всех оружие. У меня вообще оружие есть? Да, ну успокойтесь. Вас это не касается. Не вмешивайтесь. Мужик, может ты мне оружие дашь? Сейчас подойду и игра закончится. О, мне тянет. Иди отсюда, говорит. Я бежать не могу. Вот я шифтую, да? Бежать не могу. Не все проблемы можно решить оружием, маршал. Умница! Эй, что вам здесь надо? Мы не хотим иметь с вами дел. Так, какая-то церковь. Тут полно-полно убийц. Они идут еще и за нами. Ну давайте, заходим. Тихо, маршал. Давай лучше сделаем по-моему. Без шума. Спокойно. Ясно? Ясно. Хадсон, двери, прикрой нас. Сюда никто не должен войти. А ты со мной. И да, ну, не наделай там глупостей. Остыньте, шериф. Про вас скоро в газетах напишут. Все хорошо. Насколько я знаю, ребята, в Америке с преступниками вообще не церемонятся. То есть, если ты угнал, допустим, тачку, да, то тебя запросто могут полицейские убить. Просто убить. Увидят какое-нибудь подозрение, то что ты куда-то тянешься или что, и просто откроют по тебе огонь. Потому что у всех, у всех в Америке есть оружие. Ну, разрешено. Поэтому я не знаю, вот глупое решение их. Чтобы забрать все. Приди сюда. Забрать оружие. Забрать свободу. Даже веру. Но мы им не позволим. Шериф, ну, еще рано. Не позволим их жадности, их безнравственности, их порочности одержать верх. Шериф, мы больше не будем страдать. Спокойно. Иосиф Сид, у меня ордер на ваш арест. По обвинению в похищении с умыслом на причинение вреда. Живо выйдите вперед и держите руки перед собой. Нет. Да нифига! Все. Вот они. Он идет, что ли? Саранча в нашем саду. И мне кажется, он сейчас возьмет этот ордер и подотрется им. Пришли, чтобы забрать меня у вас. Чтобы разрушить все, что мы строим. Спокойно. Оружие сейчас ни к чему. Вы? Так, всем стоять. Пушки на землю. Всем стоять. Пушки на землю. Успокоились. Мы ждали этого момента. И мы подготовились. Все. Все. Бог не позволит им забрать меня. А...
Я видел, что Агнец снял первую печать и услышал. Я так понял, что вот эти вот трое за ним — это его семья, то есть сестра, возможно, брат. Я взглянул. И вот. Конь. Салага, давай в наручники его. Давай, арестовывай его. Быстрее сделаем, быстрее пойдем домой. Бог защитит меня. Ну, скорее всего, тут опять же есть выбор. Но давайте его арестуем. Иногда разумнее всего просто уйти. Пошли. Так, ну что, давайте идем. Я не знаю, как он их всех поработил, то есть они беспрекословно ему подчиняются. Неужели у нас все удастся, и мы его просто увезем в полицейский участок? Смотрите, здесь целая община с лопатами. Блин, тут больше сотни человек. И я приказываю вам отойти. Убери оружие. Сейчас же отпусти его. Так, с производства Ubisoft это вообще вот нафига вот это сделали. Ну, подстав. Давай, не спойлери. Мы будем проходить и... Стреляй в него! Стреляй! Вот смотри, они просто кидаются, а если посмотреть сейчас на первого, на переднего, который на лобовое стекло лезет, смотрите. Он просто залез под лопасти. Far Cry 5. Все поставим лайк. Так, мы очнулись. Вертолет, похоже, упал. Больше не надо спойлеров, Рика, не надо. Если что, я буду задавать вопросы, если что-то не разберусь, то тогда уже подсказывайте. Ну и хотелось бы, ребята, чтобы вы смотрели прохождение именно на моем канале. Чем больше просмотров, тем, значит, больше вероятность и быстрее выйдет следующая серия. Что он на меня смотрит? Дженнифер, тебе вот эти глаза понравились или какие? Я же сказал, что Бог не даст меня забрать. Прошу. Давай, он уйдет сейчас, и давай быстренько это. Диспетчер. Ох, боже. У нас все хорошо. Не надо никого звать. О, нифига себе. Даже диспетчер знает его, и она за него. То есть у него везде свои люди. Скорее всего, он даже знал, что мы за ним придем. Юра, спасибо тебе за мудрство. Отец спасен под сенью крыльев Господа. Все идет согласно плану Господа нашего. Так, нам надо отсюда выбираться. Я думаю, что скоро, посмотрите, льется топливо. Первая
Вторая печать сломана. Коллапс начался. Ну, сходство есть. Третьей частью я вижу точно. Даже по музыке есть сходство. Сейчас музыка играет. Да начнется жатва! Давайте выбираемся отсюда. Но ее-то сейчас заберут. Да. А нам надо выбираться. Боже мой, надо выбираться отсюда. Да, Рика, передай. Главное, чтобы стрим шел. И донаты шли. Так, выбираемся отсюда. Так, что нам? Enter, да? Давай, выбирайся отсюда. О, отлично. И бежим. Бежим как в третьей части. Давай, беги. Сейчас тебе на встречу появится медведь. Оба, ёпта. Беги, 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 беги. А вот тоже у нас нет никакой метки. Куда бежать? Может обратно бежать. Скорее всего, нас разоружили. Да, Юра, ты модер. Так, стоп, 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 стоп. Я уже кого-то вижу. Ребята, тихо. Надеюсь, что за мной никто не бежит. Так, 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 так. Насколько я помню, Z это у нас бинокль, который помечает персонажей. Так, окей. Вспоминаем игру. То есть индикатор показывает, когда нас заметили. Незаметно подберитесь вплотную и ударьте противника быстрым убийством. Окей, попробуем. Так. Ну, по-моему, тут должно быть все. О, где-то здесь была лопата. Я нашел. Нашел Мэтью. А, во-во-во-во. Бери лопату. Он мертв. Грешников нужно найти. Грешников? Буду ждать там. Мне нужна помощь. Можно взять трубу. Могут быть где угодно. Вы слышите? Ну-ка, давай. Мои сопилки не приятны. Лопата его огрели. Обыскали. Пистолетик, отлично. Ну что, у нас тут пистолетные патроны. А, труба. Не, лучше лопата. Я не знаю, блин, лопата это более эпично. Юра, ты уже там цену устанавливаешь. Так. А что у нас тут такое? Давайте спустимся. По-моему, я там все взял. У нас нету никакой метки, куда нам идти. Взять палку. Да нафиг надо, у меня лопата. Так, ну, по графике, если обсуждать вот графику в игре, она не намного улучшилась от предыдущей части, от четвертой. В Primal немножко есть изменения, допустим, да, но не в лучшую сторону. Так, у нас еще, я вижу, есть еще огонь. Там что, никого нету, что ли? Есть. Есть, давайте идем. Идем. Так, можно, конечно, из пистолета, но я его вольну лопатой. Блин, все мне кажется, что за мной кто-то идет. И вот там тоже горит костер. По-моему, там пока... А, не, вон есть. Это же чувак? Нет, мне показалось. В танках, ну не знаю, слушай. Я в танки давно не играл. Ну, терпимый графон. Меня, по крайней мере, не рвет. Вот в Ханте, да? Опа. Ну-ка, иди туда. Ну-ка, лопатка где моя? Поищи тут что-нибудь.
Вот так вот тебе. Отлично. Что у тебя есть? Перетащить тело, обыскать. А, обыскать. Окей. Так. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть сундучок, боеприпасы для винтовки и пистолета. А винтовку я пока не нашел. Так, окей, дальше что? Что-то вижу. Есть два чувака. Два чувака и один заложник. Вот это вот ей непонятно. Я пока что не врубился. Можно, конечно, вырубить. Попробовать. Давайте попробуем из пистолета захерачить сразу двоих, и чтобы они не убили этого чувака. Так. Стреляй в него! Стреляй вот в этого! Есть. Но мы, ребята, мы, наверное, спалились. Смотрите, тут вообще не пройти. Я тебя слышу. Кажется, я оторвался. Я вижу здесь рядом трейлер. Так, все, есть метка. Есть метка. Если кто-то слышит меня. Да, ребята, я смотрю, что в чате пошли речь о деньгах. У нас есть ссылочка на донат в описании. Тем, кто хочет задонатить. Шутка. Здорово. О, боже мой. Ты... Прости. Думал, тебя схватили. Пошли. Пошли. Давай. Проверь тут все. Да что тут есть? Я типа он проверил? О, боже. Ничего себе. Посмотри сложность игры в настройках. Она у меня стоит на среднем уровне. Если хотите, я поставлю на жесткий уровень. Всю эту семейку. Но я думаю, что всю я буду себе умирать. Долбаные психи! Мы выберемся отсюда. Но сначала... А девушка? Какая девушка? Нужно оружие. Держи. Так. Делаем вот что. Девушка? А, если ты про ту, там которая сделала в вертолете, это тоже полицейская едем напарница? На северо-восток. До Мизулы всего пара часов езды. А потом мы вернемся сюда с национальной гвардией и уничтожим всех. Так. Так, а что, а как они нас нашли вообще? Вот это непонятно. Мы не высовываемся из окон. Я аж испугался, что у меня нет в руках оружия. Так, окей, надо выходить отсюда. Где? Берем ключ задания, да? А, давайте собираем здесь все. В душевой кабине что-нибудь есть? Здесь что-нибудь есть? Есть. А через окошко мы вылезти не можем, да? Хреново. Так, выходим. Ёптать! Беги, там машина есть! Ой, нифига себе! Лечиться. Вот они, хазлы. Ты еще живой, падла. Вот так вот тебе, вот так, вот так. Вот так вот тебе, падла. И меня опять заметили. Ага. Ребята, пока что. А чуть не, я не понял, его положили что ли? Вы что, охренели? Давай, спасай его. Иди и заводи тачку, я сейчас сдохну, папа! Ёптать, ну что ж такое-то? Фикус, Фокус, привет тебе. Из-за этого засранца, он, по-моему, там же маршал какой-то. Давай, садись. Куда поехал? Садись, блин. Нифига ты меня подставил. Да сбивай просто их и все.
Хайзюла. Я тебе отомщу, мы оторвемся, я отомщу. Мы вернемся, но надо быть осторожнее. Садись и езжай. А, вот это вот. Что-то подобное было в четвертой части Far Cry, мы тоже там ехали на машине. Нифига, я его подкинул! Засунься! Че, за нами едут? Господи, нам не объехать! Так. Придется съехать с дороги! Съезжай. Так, и лечись. Да подожди ты, я почти сдох, ехать. Грузовики есть ящик с динамитом. Используй его. Так, е, я динамит. Подорви их. Лечись, лечись, лечись. Я просто не хочу умереть. Так, залезть. Внутрь. Я вообще, у меня больше лечиться не могу. Ёптать, прячься. Выглянуть, да нифига. У меня почти здоровья нету и нету аптечки. Давай езжай, я сейчас сдохну. У меня нет аптечек. Вот так вот. Вот так, вот так вот. Еще и на квадриках здесь. А, его сбили. Ёптать, нифига. Коровы. Самолет тоже по нам херачит. Я думаю, что самолет это за пофиксено, короче. Здоровье улучшается. Машина вообще из пистолета, можно убить? Взорвать ее. Вот так вот, нормально. Я надеюсь, что это так и должно быть. Окей, Серафим, пока. Так, вылезай, вылезай. И плыви. Там акула, что ли, проплыла? Так, ребята, я немножко отвлекся, да, от комментариев. Нажми на колесико мыши и будет круто, но я нажимал. Ай, ползи, тебя ищут. Его взяли? По-моему, ее взяли. И... А это кто? Дети, возблагодарим Бога. Возблагодарим день, который я предвидел. Опять же, вспоминаем Far Cry 3, кто играл, помните, мы прыгнули, когда бежали в озеро, да, и нам... тоже темнокожий мужчина протянул руку, который потом нам набил татуировку. Вот, опять же, что-то сходство есть. Пока, Алексей. Что-то все расходятся. Видать, не нравится игра. Нет, меня поймали, я ошибся. Я думал, меня спасли. А, опять же, возможно, он не знает, кто мы. Но у нас же форма. И... Знаешь, что происходит? Он не похож на плохого мужика. Они перекрыли дороги. Они оборвали провода. Они лишили долину связи с внешним миром. А, Урика, да вообще спать ложись. Короче, мы все в полной жопе. Проклятый коллапс. Они верят, что грядет конец света. Они ждали его. Давно. Ждали того, кто придет, чтобы осуществить пророчество.
и развязать священную войну. Ну, у вас получилось. И чё? Разумнее всего было бы отдать тебя им. Нет, он хороший человек. Чёрт. Ножик. Ага. Точно сходство с третьей частью. И сейчас он мне его даст. Нет? Снимай свою форму. Ее надо сжечь. Там чистые вещи. Дай мне нож. Как переоденешься, приходи ко мне. А, пока, Рика, завтра будем обязательно думать, посмотри с утра, когда проснешься. Может быть, что-нибудь крутое будет. У него есть пистолет. Так, окей, нам нужно переодеться. Ясно, что не резиновые сапоги. Что вообще тут есть? Взаимодействовать. Выберите элемент, прежде чем перейти к настройкам персонажа. Окей, то есть мы сейчас кастомизируем нашего персонажа. То есть мы выбираем, как он будет выглядеть. И это, по-моему, впервые в этой игре. Тут у нас несколько раз. Афроамериканец, блин, кто это? Какие-то они страшные. Возможно, японец, вот это китаец, такой ушастый. Это очень похож на русского, очень похож на русского. Тут еще один темнокожий. И вот хрен знает, вот это американец, вот это точно. Такой страшненький американец. Блин, я не знаю, наверное, вот самый стоковый персонаж, самый начальный, это самое лучшее, да? Я, наверное, выберу его. Ну, потому что тут больше выбирать-то, чтобы, ну, взять негра. Нет, не хочу. Поэтому давайте вот этого продолжим. Цвет кожи. Белый. Да. Загорелый. И очень загорелый. Ну, я возьму средний. Подтвердить. Прическа. Вот тут мы уже, наверное, поиграем с тобой. Бритый. Порнозвезда Энди Стар. Крашеный. Седой. Вот, кстати, вот копу хорошо идет. Мне кажется, очень ему даже хорошо идет. Но мы посмотрим больше. Что у нас здесь? Крашеный? Нет, я думаю, не пойдет. Тоже не пойдет. Дальше. Это, по-моему, а-ля грязнуля. Также есть крашеный. А вот это вот как? Это у нас мексиканское что-то. Такие вьющиеся волосы. И... Блин. Не знаю. Не, я, наверное, возьму... Блин, либо вот эту, либо вот эту. Но как для копа, я не знаю. Вот поэтому берем вот этого... Что у нас здесь? Цвет волос просто меняй, да? Ну, можно взять слегка седину. Вот это на меня похож? Не знаю. Может быть, я бы сейчас вернулся, да? Чтобы выбрать негра и сказал бы, вот это на меня похож. Поэтому давайте вот оставимся, наверное... Приблизить я не могу, да? Вот оставим, наверное, так. Окей. Подтверждаем. Назад. Торс, ноги, головной убор. Выбрать категорию. Руки. Головной убор. Торс. Рубашки. Так. Грязные. Грязные рубашки, рабочие рубашки. Вот в рабочих рубашках, я думаю, что его... Ну, по идее, как в игре. Звезда. Да, Юра. Футболку, наверное, оставлю футболку. Вот синяя, ничего. Как вы скажете, ребята? Синяя... Бордовая, рыжая, ржавая, это автомеханик какой-то, либо американская. Вот пишите в комментариях, хотя, когда вы напишите, уже будет все поздно. Я, наверное, возьму синюю использовать. Ну, я думаю, что мы сможем переодеться. Назад. Ноги. Армейские штаны. Вот не знаю.
коричневые штаны, зеленые штаны. Для контраста, наверное, возьмем коричневые штаны. Блин, назад, торс. У вас есть еще возможность, ребята, предложить, что мы оденем на него: рубашку, футболку. Выбора мало. Американскую футболку, да? С американским флагом. Блин. Нет. Все-таки синяя. Назад. Ноги. Берем коричневую. Назад. Нет, ёб твою мать, так ноги я же выбрал. Использовать. Головной убор. Бейсболочка. Нет. У меня назад. Классная шевелюра, поэтому руки. Руки, перчатки. Это что? Какие-то бинты. Скотчем перемотанные. Такие перчатки кожаные. Перчатки мотоциклетные. Красные перчатки. ХБшные перчатки. Не, нафиг. Руки мы тоже оставим свободными. Применить. Назад, да примени, давай. Использовать. Нет, назад. А что, я не могу, что ли, сейчас снять их? Это хреново вообще. А как, блин, как убрать-то? Во, убрал. Назад. Подтвердить. Ну, я смотрю, что комментариев нет, поэтому вы со мной солидарны в выборе одежды. Так, 25 метров. А зеркало вообще тут есть? Какой-то вообще бункер. Что у нас здесь? Давайте рация взаимодействовать. Вот с этим я уже, скорее всего, взаимодействовал. Аптечка. Рация. Давайте послушаем, может, эй, чуть... Меня кто-нибудь слышит? Сектанты налетели, как саранча. Бросают людей в грузовики. Хватают еду. Вокруг грохочут выстрелы. Люди окей. Что у нас здесь? Журнал. Читать. Папа, я получил твое письмо. Здорово, что ты... Что с тебя сняли обвинение. Мы попробуем заехать летом. Окей, я так понял, что этого чувака было какое-то обвинение. Что у нас здесь? Нужен ключ. Да, Far Cry вышел. Окей, тут у нас... что у нас? Иди сюда. Давай, говори. Есть разговор. Говори мне. Я не успел толком представиться. Все зовут меня Дач. Я пытался разобраться, что происходит. Мы в жопе. Мне удалось выяснить, что твои друзья живы. Пока. Их разделили. Каждого передали в руки одного из членов семьи Иосифа. Ясно, что ты хочешь спасти их. Я тоже терял друзей. Это семья Иосифа, вот этого главного злодея. Неоткуда. Когда все узнают, что здесь происходит, будет уже поздно. Уверен, многие захотят сражаться тут, блин, против этого. Живешь, у тебя такой бункер. Нужно показать им как. Мы организуем сопротивление. Для начала мы возьмем под свой контроль этот остров. Когда нам будет где развернуться, решим, что предпринять дальше. Карта. В сейфе лежит оружие и карта. Возьми их. Я свяжусь с тобой по рации, как разберешься. Окей. Возьмите оружие из сейфа. А где у нас сейф? Сейф открывается сам. Взять. Пистолет. У нас была, блин, винтовочка. Говори, когда давай. Когда Иосиф Сид приперся сюда, я сразу смекнул, что он лживый говнюк. Ясное дело, что продажные журналюги стрим, напишут, ну, все. Час еще стрим точно будет. По сути, одно и если то будет же, много просмотров, много лайков, скажу, то скоро будет продолжение. Всем, чтобы скоро будет кооперативное семью, прохождение то с каналом Червол Ченел. Жертвовать всем, лишь бы уничтожить весь мир. Давай пизди побыстрее. Я уже хочу на улицу. И чё? А, у нас есть что-то еще взять, да? Есть карта. Береги себя. Вокруг полно святош. Придурки готовы отдать жизнь за своего лидера-психа. Жалко людей, жалко детей. Я понял, про что ты говоришь.
Окей, давайте идем. Да, действительно жалко, но сейчас речь, что у нас о Far Cry. Так, взять лопату, берем. Замена оружия, нажмите Q, удерживайте селектор оружия. Окей, это мы будем разбираться. Лопата нам, я думаю, тоже пригодится. Больше тут ничего нету. Взять трубу нет. Покиньте бункер. Фига себе, прям шары. Ну вот у нас уже и день. Пасмурно такая. Не, туман. Туман ты. Либо смог. Слушай, если ты хочешь организовать сопротивление, ты должен кое-что знать. Есть несколько способов сделать это. Первый. Освобождай тех, кто попал в плен к сектантам. Может, статься, эти ребята поддержат тебя, если помочь им. Ну, это было, по-моему, в предыдущих частях. Второй. Уничтожай имущество святош, оно теперь повсюду. Черт! Да даже на этом острове уже два их алтаря. Угу. Третий. Помогай местным. Здесь полно тех, кто сражается с сектой по мере сил. Им пригодится твоя помощь. И последний. Если тебя так и тянет в бой, захватывай аванпосты святош по всему округу. Таким образом, у нас появятся базы, с помощью которых мы дадим отпор сектантам. Насколько я знаю, нам вроде как разработчики обещали, что аванпостов больше не будет в игре, но видите, что они все-таки у нас есть, да? Окей, мне нужна карта. Если где-то что-то происходит, настройки? Я... Давайте посмотрим настройки. Настройки. Видео. Настройки качества. Качество самое лучшее, все на максимум выкручено. Но я поставил ограничение кадров 60. В принципе, мне больше в этой игре не нужно. Что взять-то? Взять камень. Нафиг он нужен? Лопата. Мы обычный фермер, мы идем гулять. Может быть, картошку окучивать. Так, а что там у нас заметочка? Есть какой-то дом. Что за дом? Пока ничего не видно. Ёптать! Сядь! Нас палят, все равно палят. Скоро с ними разберемся. Сколько тут чуваков-то? Два чувака. Так, окей. Вот того первого валим. Окей, первый спасенный нам что-то сюда достанет. Я думал, мне конец. Спасибо. Так, окей, что у них есть? Есть оружие, отлично. Они убили оленя? Или ты убил оленя? Если ты убил, я тебя убью. Какая поза! Приятная картинка. Дай скажу кое-что. И что ты скажешь? Выполнить задание? Эти чокнутые фанатики совсем взбесились. Рекомендую заглянуть в нычку выживальщиков возле лодочного сарая. Там должно найти что-то полезное для защиты. Извините, ребята. Так, я вернулся. Какую-то нычку надо, короче, раздобыть, что-то тут обыскать. Так, а где у нас карта? Карта. Бункер, дача, это откуда мы пришли. И тайник выживальщиков. Меточку. Так, окей, это наверх. Что, наверху нет? Куда-то туда. Здесь, что мы тут не будем лутать. И скоро найдем лог. Обнаружено новое место. Тут никого нету, похоже. Туалет. Собирай лут. Я с тобой согласен. Надо собирать. У нас есть...
Там что-то есть. А, спрыгнуть можно сверху, да? Давай попробуем. Но сначала обыщем. А, так. Взять трубу мне нафиг не надо. А, карты пока что тоже не надо. Но метка у нас стоит на 51 метр туда. Я думаю, что туда тоже нам надо идти. Два чувака там. И там то, что мы должны уничтожать. А что, мы не можем убить, что ли? Взорвать эту херь. А, Дженнифер, ты что, закончила? Давай, будешь подсказывать мне. Потому что я пока что... внедряюсь в игру. Но я что, не мог тебя попасть? Пипец. Сколько у вас там? Так. Да полетели. Такой музончик начался, они меня там ищут. Ну, давайте, давайте. Пистолет есть? Да какого хера? Стреляй в нее! Использовать аптечку. Она сама заживет. Прям в бошку ему. Упал. Санечку кормить. Санечка сам пускай греет. Ёптать, меня убили. Моя запачкали мою грязную футболку. Возила, я привыкаю к игре. К каждой игре нужно привыкать. Что? К батле. Так, здесь мы были, Возила. Это, если вдруг потеряешься, воспользуйся компасом или картой. Это же, ребята, стрим, это не серия, где ты вырежешь все свои косяки и будешь попадать в монетку, да? Тут мы всех убили, да? Окей. Музыка. Ну, посмотрим. А, это наш освобожденный чувачок. Окей. Здорово. Здорово. Полетели. Потухей, нам надо взорвать. Как ее взорвать? Я стрелял в нее из автомата, но как-то она... Три чувака. По-моему, там еще есть. По стелсу попробуем. По стелсу. Блин, я не знаю, что-то не хватает мне в этой игре. Вроде бы, да, красивая. А деревья. Такой туман стоит. Хотя туман можно и получше сделать. Лопата. Где-то моя лопата. А в кого он целится? А, он бинокль смотрит. У меня есть С4. Ёпта, я птичку выкинул. Ты идиот. Ёпта, вот так вот тебе. Ёпта. Обыскать тебя можем? Взорвай. Нафига мы его. Ёпай. Вот так вот. И все? А почему у меня из глаз идет? Взорвай. Я бросил аптечку или что? Опускай. Окей. Я могу тебя взорвать? Так, я скинул, короче, взрывчатку, похоже. А так я взорвать не смогу. Но тут должна быть взрывчатка еще. В бак, окей. Давайте попробуем. Спасибо. Я бы не догадался. То, что я С4 просрал. А, нет. Взрывчатка. Твою мать. Есть.
Слушай, я тут видел, как секта схватила какого-то парня у пристани. Если поможешь ему, может, он захочет составить тебе компанию. Ну окей, наемники, сюжетное задание. Идем. У нас есть еще метка слева. Можно туда забежать. 91 метр. Это аптечка была. Почему она взорвалась? Так. Окей. А что у нас здесь? Что это такое? Читать. Привет, Майк. Окей. Это какое-то побочное, по-моему, задание. 60... Один метр, отправляйтесь в пристани, спасите члена сопротивления. Где-то тут тайник выживальщиков, в котором они нычут кучу полезного хлама. Один чувак. Снаряг пригодится. Один чувак. Еще один чувак. А, я тебя не видел. Сдохнешь, вот так тебе, подруга, прям по харе. Давайте освободим этого рыбака или кто это такой. Умоляю, вытащи меня. Полно оружия. А, вот водичка зачетная. О, смотрите! Ёптать, нет! Попробуй! Ёптать, беги! Ты меня достал! Я не понял. Я вас всех в гробу видал. Кто стрелял в меня? Найдите, я нашел тебя. Ого! Кого ты стреляешь, это падла? Плохая идея. Нанять, давай. Я нанял тебя. Веселимся. Окей. Не туда. Помощник, раз уж вас теперь двое, отправляйтесь к центру службы охраны лесов. Он кишмя кишит сектантами. Так, подождите, я тут обыщу. Паскудную блажь. Убейте их всех. Пусть святоши знают, с кем имеют дело. Все, пошли. Я найду лук и я буду тащить, ребята. С автоматом как-то непривычно. Far Cry привык с луком проходить. Так, осторожно. Вы в дом? Подождите, ребята. Так, взорвать можно цистерну, можно... Че? Нажмите G, чтобы приказать наемнику перейти к указателю, окей. Нажмите G, чтобы приказать наемнику атаковать противника. Нажмите, если наемник не... Окей, давайте попробуем. Бегись, враг рядом. Сейчас мы их всех пометим. Я иду. Так, раз, два, три. Где-то был четвертый, там спит один. Если мы начнем шуметь, то разбудим его, да? И там еще... Слушайте, дофига вообще. Надо... Какую-то тактику нам организовать, тактику, чтобы... Куда я тебя пошлю? Давайте попробуем Z убить. Нажмите. Что там надо было нажать, чтобы послать его? Z. Убрать. А, Z убрать. Важная цель. Задать точку маршрута. Окей. Окей, спасибо большое. Сейчас бегаем быстренько. Потому что лук, ну я люблю про край лук. Меняю позицию. Подождите. Ты про какой дом имеешь в виду? Ты про... А, вот тут 51 метр. Лев гол, спасибо. Если найду лук, то просто огромный тебе респект. Тут рыба плавает, прикиньте, да. Так, ну давай, выплывай. Насколько я знаю, тут еще и рыбачить можно. Так, что у нас тут? Давайте обыскиваем. Боеприпасы.
Пока что боеприпасы. Кажется, за мной приглядывают. Кто за тобой приглядывает? Что-то взяли. Гляди, там эдемщики. А здесь нужен ключ. А, ну можно заплыть, да. Иду туда. Подожди, осторожно. Заплывем сюда, здесь можно залезть. И чё? Есть ключ, отлично. Весло, а нафиг оно мне нужно. Ну. Вульфа, нет. Стримы по скрэп-механику, они не просто так. Нету здесь, ребята, лука. Нету. Птичка есть. Открывай. Я же открыл ключом. Во. А здесь мы могли зайти. Не знаю, лука нету. Хотя это, по идее, охотничий домик. А лука нету. По крайней мере, я не нашел. Там есть еще какая-то лестница. И здесь что-то есть? Нет, тут ни хрена нет. Блин, ну хреново. Иду. Так, 175 метров. А, есть еще на крышу лестница. Ну, на крыше вряд ли лук будет. Есть еще домик вот там вот. Ну-ка. Там охраняется, окей. Иду. Плывем туда. Подвали лук, блин. Я сейчас всю карту изучу. Нифига он носится. Меняю позицию. Да подожди ты, я не знаю, с кем лучше, с тобой или... Так. А где здесь дом? Лагерь. Окей, осторожно. Лагерь. Что у нас с патронами? 120 патронов, нормально. А здесь, скорее всего, наемники есть. Один. Меня уже палят. Два. Иду туда. Да подожди ты. Три. Четыре. Окей. Стрелять нельзя. Без глушителя стрелять нельзя. Там чувак, давайте обойдем. Я надеюсь, что я сейчас ни на кого не напрусь. Подожди, ты мешаешься мне. Ах. Я попробую залезть в дом, если есть возможность. Отец может простить тебя, как блудного сына. Лезь. Зачем ты залез на крышу? Открыть дверь. Нет, я хочу дверь открыть. Иду. Так, осторожно. Чувак там. Верно? А кого они там долбят? Так, это что? Лэнс, даже не знаю, как тебе помочь. У Сидов нет никаких прав на станцию. Тем более, земля принадлежит штату. Ты говоришь... Левее, тебе не в лагерь. Левее. Окей, сейчас, подождите. Я попробую здесь разобраться. Они вторглись на чужие владения. Да, они чудные. Ха, странно. Иди сюда, дружище. Вот так. Отлично. И никто не даже не заметил. Так, и никто не заметил. А, чувак, ты тоже ничего не видишь, да? Вот так вот. Вот так вот, убийца. Просто зверский убийство. В горку. Ну сейчас мы тут освободили, поэтому пойдем туда. Все-таки прикольно, что они сделали кидание лопаты.
Так, окей. Куда? Вот куда? Очень плохо, что... Иду, прикрой. Стрим. Тише. Ты вот про тот дом, так мы, по-моему, там были. Мы там были. Так, осторожно. Иду туда. Так, а это что за хрень? Тут взаимодействовать можно? Так, окей. Читай. Ты про вот это, что ли, говорил? И чё? Ой, давай. Труба. Нет, мне труба не нужна. Стрелы! 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 Давай, вылезай! Фу. Если есть стрелы, то значит и лук, да? Должен быть. Но где? О. Здесь у нас нету. Здесь у нас нету. А здесь не можем разобрать? Блять, тут как-то можно пройти. Черт побери. Как-то надо нам... Е. Давай, бери. Труба с болтами. Ну как-то ты должен долбить эту херню. Блин, душа, ну... Не знаю. Скорее всего, надо как-то откачивать воду. А, все. Пиздец. Ты пишешь, и я просто не, даже не успеваю читать. Вот, спасибо. Молодец, помогаешь. Так, идем. Так, и обыскиваем тут все. Шкафчики, шкафчики. Блин. А, как нам вот эту разобрать? Так, что у нас тут? Лук! Заменить. Блин. Знаете, я как бы хочу лук. Баночки с болтами. Если захочешь покрасоваться, можешь. Деньги, стрелы. Понятно. Мастерить себе динамит. К счастью, у эдемщиков есть все необходимые материалы. До связи. Ну, блин, все равно как-то жалко мне. Скорее всего, пока у меня нет возможности... Аллилуйя, да? Догадался. Ну, я же не играл, ребята, я специально... Блин, у меня пока, похоже, нету возможности... взять несколько видов оружия. То есть, труба вот она нафиг мне не нужна. Я бы лучше автомат взял. Вот. А я не могу, я только могу взять... Одно оружие. Ну, и основное и одно такое. Окей. Иду, прикрой. Фазио, привет тебе. Давайте мы того захерачим. Из лука. Постреляем. И пойдем уже туда. Но там народу много. Хотя с луком стелс нормально. Так. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А, у нас еще одна. Есть меточка подорвать, да? Два чувака. Два чувака. А. Пикру. Да. Чувак, ты можешь их убить, а? Сразу двоих. Я, че, в тебя не попал? Вот так вот. И там еще один спалил, да, нас? Я знаю, что в четвертой части мне нужно было там собирать шкуры животных, чтобы прокачать там себе рюкзак.
Остановись, падла, остановись. Куда ты пошел? Эй! Ты не умеха. Я не умеха, я потому что, ребята, ну... Понятно, что когда ты уже прошел там пол игры... Ты знаешь, что тебе делать, какие клавиши нажимать. О, я стрелы соберу. Опять можно заменить. Обыскать. Нам нужнее, чем мертвеца. Да, это точно. Аптечка. И подрываем эту херню. А вот ты разрушен. Отлично. Что тут есть? Обыскать. Ну что, идем к метке 192 метра. Можно было бы взять лодочку. Я знаю, что здесь есть этот, блин, водорослеед или как? Нет, нет, не водорослеед. Короче, хорек, который там всех ставил на уши в третьей и четвертой части. Давай, пойдем. Сколько у меня стрел? 10 стрел. И одна, по-моему, какая-то взрывчатка, да? Мы же там собирали. Поверить не могу в произошедшее. Да поверь, дружище. Сейчас тебе предстоит очень сложное задание — убить всех. Меняю позицию. Меняю позицию. Так, помечай. Первый. Второй. Второй. Ну их там дофига. Их дофига, и мы сейчас будем играть в Рэмбо. Кнопка G. G. Джи. Крадемся. А! Крадись, понятно. Убей вот этого сначала, вот этого. Смерть придет из ниоткуда. Давай, убей его. Давайте посмотрим, как он будет взаимодействовать. Иду, прикрой. Так, иди сюда, вот сюда. Ладненько. О, молодец. Кого будем следующего долбить? А, вот этого надо, вот этого. Все сделаю тихо. Убей его! Быстро, только шустро убей его, пока он... Ты чё? И быстро прячься! Сюда! Да сюда бежи! Куда ты полез, дурак? Сюда. Я его убью сейчас. Попробуй хотя бы вот этого убить. Вообще шоке, он... Смотри, он их троллит. У тебя оружие есть! У тебя оружие есть! Да и убей ты его! Вот короче, его убьют. Окей. Я ранен! Помоги! Я попробую тебе помочь. Я сейчас жалею, что я взял. Спаси меня! Да подожди ты, дурак, я тебя спасу. Ребята, пока комментарии не могу читать. У него здоровье падает. Я иду, да иди ты, ёптать. Сейчас мы, ребята, с ними разберемся. Я его уже не спасу. Их слишком много. Я умираю! Не бросай меня! Стой, я иду. Я иду. Блядь, пиздец какой-то, конечно. Вот. Твое оружие возьму. И меня тоже свалили. Бля, хамоха. У меня телефон сам включает, блин, поиск слов. Вроде не говорю привет Google там или... Так, окей. Давайте тогда сейчас попробуем по другой тактике. Узончик зачетный. Ребят, спасибо за лайки. Кто поставил лайк? Так. Ты со мной? Отлично. Отлично. Отлично, идем. Освободите остров Дача. Я засек эдемщика. Я тоже его засек. Давай смотрим всех. Раз, два, три. Их там намного больше. 4, 5. И один чувак спит. Окей, давай вот этого. У тебя с ним хорошо получилось? Убей его.
Так, еще один. Нажми G, и пацан убьет. Отлично. Иди сюда. Так точно. Спрячься. Так, ну давайте сменим позицию. Они что, его засекли, что ли? Не должны. Так. Они нашли труп. Да я что, мажешь? Окей. Но нам надо их убивать в любом случае. Такая комедийная музыка еще. Ты вне игры! Он что, их долбит? А лучше не надо. Есть. Чувачело, пизду. Я убил одного. Он убил всех. Может быть, он продолжит играть. Отлично поработали. После такой головы, он всех положил. Я возьму оружие. Осмотритесь. Может, есть выжившие. Лук, конечно, хорошо. Бита. Нет, бита нам не надо. Так, что там, по-моему, что-то было, да? О! Спаси меня, правда. Спасай его. Ну, ни хрена себе. Восхищаюсь тобой. Похоже, ты куда круче, чем мне казалось. Возможно, тебе удастся повести за собой сопротивление. Дальше надо разобраться с радиосигналом. Моя себе рация накрылась, и я не слышу никого за пределами острова. Наверное, радиовышка на южном берегу вышла из строя. Сможешь проверить? Вышка, да? Рюкзак. Рюкзак. Что нам дает рюкзак? Нет места. Блин, а может там что-нибудь... А почему мы рюкзак не можем одеть? Как нам прокачать вообще аптечка? Нет. Нафиг это ее? Бери аптечку. Пистолет. Так, ну вот у нас, видите, у нас есть слоты. Разблокируйте ячейку с новым навыком, да? Так, подождите. Это что такое? Как нам ее разблокировать? Дополнительная кобура. То есть мы можем, в принципе, 4 вида оружия носить с собой. Как нам разблокировать это все? Мы могли вот взорвать бочку. Окей. Что у нас тут есть? Стрелы. Патроны. Куда нам сейчас отправляйтесь? К радиовышке. 312 метров. Пойдем. Мы тут, по-моему, все обыскали. Нет, не все. Нет места. Окей. Ну что, идем? Что мне нужно, чтобы прокачать этот навык, который даст мне дополнительно кобуру? И насколько я знаю, здесь в игре тоже есть Wingsuit, как и в четвертом Far Cry. Взрывчатка и вскрывать сейф. Окей. Так. А этот чувак за мной идет или он там остался? По-моему, там остался. Но сейчас мы его попробуем сюда призвать. Понял. Иди сюда. Чувачело. Ты же со мной всегда шел. Нет места. Нам надо прокачивать себя. Это скажет позже, окей. Потому что, ну, тут уже, сам видишь, да? Что здесь уже много чего можно взять. Джи. Знаешь, я лучше пас. Че ты пас? У меня деньги кончились, что ли? Я не могу тебе платить. Радиовышка. Ага. Ага. Так. Скорее всего, захвачена вышка. Дженнифер вроде бы сказала, что после вот этого задания, да, после открытия первой вышки, откроется нам возможность играть в кооперативный режим. А может, он уже открылся? Блин, ну... Что-то вот... Знаете, красивая графика, да? Но что-то не хватает. Вот туман хочется...
частичный, то есть он же плыл. Тут он полностью застилает все. Как бы сгустки, чтобы такие, знаете, тумана плыли. В низине, допустим, больше. И чтобы видно было, что он плывет. Что ветром его сносит. В небо. Окей. Никак нет. Идет? Нет? Нет. Слушай, он не идет. Не, он не идет за мной. Так, что у нас здесь? Боеприпасы нет места. Никого нет вообще. Включите. Лесенка есть? Давай, полезли. У меня чат застрял. Так, вышка. Я знаю, о чем ты думаешь. Там какая-то железная дорога. Тебя никто не заставляет забираться на вышки, не переживай. И смотри, не упади. Я постараюсь, но пока что здесь достаточно легко, то есть, опять же, вспоминаем четвертую часть, и там разные вышки по-разному залазились. Попробуй зажать, окей. Блин, ты вообще просто меня выручаешь. Зажимаем. Куда путь держим? Во, отлично. Спасибо большое. Взаимодействовать. Сейчас, по идее, у нас должна показаться окрестная территория, нет? Остров Дача освобожден, выполнено. Помощник, я поймал мощный сигнал. Открой карту, покажу, как дойти до нужного места. Так, открыл карту. Нет, не карта. Это же не карта. Карта, то есть тут мы... Взгляни на картину целиком. Отдали карту, чтобы увидеть весь округ. Округ Хоуп включает три региона. На севере горы Уайтейл. Ты чё? Там куда? Хозяйничает Иаков, старший в семье Сина. Иаков? Иаков обучает сектантов и отлично справляется. Илай и его ополченцы пытаются давать отпор, но Иаков вот-вот прижмет их к ногтю. На юго-востоке отсюда река Хенбейн. Там правит Вера, младшая сестричка. Я наслышан о том, как люди теряют рассудок в этой блаже. Теперь про запад. Долина Холланд. Иоанн заявился туда и забирает для секты все. Еду, припасы и, что жутко, людей. Мне поступают сигналы со всего округа. Я свяжусь с тобой, если узнаю что-то полезное. Так, ну что же, ребятки, у нас стрим прошел целый час. Если вы хотите продолжение стрима, то ставьте плюсики в чате. Я буду видеть и будем продолжать. Давайте мы... Я не знаю, я, наверное, вот пойду сейчас... Попробую вот эту территорию открыть, потом пойдем вниз, потом пойдем сюда и закончим уже с Якова, да? Так, а что, мы можем перемещать? Да, мы можем еще перемещать. Так, пойдем сначала попробуем открыть. Может быть, пойдем сразу сюда, то есть Иоанна. Блин, ну никакие фамилии-то все, имена. Блин, давайте. Куда пойдем? Туман скоро рассеется, и сможем вытащить тебя с острова. Не дергайся, ждать осталось недолго. Я что-то вообще не могу ничего действовать. Плюсики. Значит, продолжаем. То есть я как понял. Помощник, из долины Холланд пришло что-то новенькое. От Иоанна. Тебе стоит взглянуть. Все мы грешны. Каждый из нас. Вы, я. Даже наш отец. Спасибо, умирал. Окей, сразу вниз. Это яд, что смущает разум. Но что, если можно освободиться? Такой бомж, он чем-то похож на бомжа из нашей Раши. Может стать явью? Что, если все преодолимо, если принять одну идею? Спастись от греха
можно, сказав лишь одно слово. Yes! Так, а наша подружка? Да. Я грешник. Да. Я хочу облегчить душу. Да. Меня нужно спасти. Если вы смотрите это, знаете, что вас избрали. Вас очистят. Вы покаетесь в грехах и получите... Спасибо большое. Искупление. Не бойтесь. За плюсы, ребята. Вам не нужно... Продолжаем. Мы придем сами. Вас ждут. Также зовите, ребята, друзей, чтобы друзья тоже ставили плюсы, ставили лайки под видео. Чем больше просмотров, тем чаще будут стримы. Твоя напарница Хадсон, Уиона. Ей приходится нелегко. Я пока ничего не могу. А, во, все могу. Так, теперь вам доступен режим сетевой игры. Во, точно, Ирина сказала. Идти вниз. А куда нам вниз? Нам сюда, да? Мы можем как-то отметку поставить? Не можем. Три места на твоей карте. Там есть мост. Мост у нас как раз-таки вот мост. То есть, если мы здесь, то нам нужно направо. Запилку на севере, тюрьму на востоке. Нам туда надо. И город Фулзенд на западе. Давай. Выбор полетели. Тобой, но я бы начал. Вон сколько плюсов. Отлично. У нас есть даже лодочка. Ну-ка, охотить, чтобы добыть шкуры и приманки. Выберите приманку с помощью селектора оружия. А с помощью мышки бросьте ее в нужное место, чтобы привлечь хищника, который бросится на ближайшую добычу. При убийстве зверя с помощью оружия ближнего боя или стрел вы получите больше приманок и шкур. Но вот они шкуры, то есть мы сможем все-таки крафтить себе... Всякие там кошелечки. Так, залезть. Давай. Садись. Отлично. Что-то у нас есть впереди. Стоп, 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 стоп. Стоп, это мне уже не нравится. Два чувака, они что-то выливают. Они что-то выливают в реку. Так. Слушай меня, долина превратилась в зону военных действий. Секта забирает еду, припасы, оборудование, все, что только можно. Даже людей. Давай, давай, иди, долби. Только не говори, что ты сейчас сдохнешь. Ну, скажем, ничего хорошего их не ждет. И хуже всего дела обстоят в Фулсенде, так что начни оттуда. Вот так, умри. Вот так, коленка ему прям поддыхала. Чувак. Чувак, мы тебя можем это? Яблоку негде упасть. Говорят, Мерл отправился на своем грузовике прямо к трейлерному парку у озера Сильвер. Чего у тебя с глазами вообще, чувак? Этот парень на многое способен, но боюсь, он попадет в беду. Окей. Я все еще цел, Майкл. Что они тут делали? Какие-то химикаты выливали в воду. Блин, так нельзя делать. Оружие. Да? Библия. У меня бумер есть, медведь и пума. Можно в виде... Чё? Так, там есть самолет. Я вижу самолет. Какие-то машины. Статуя этого Иосифа. Так, куда надо идти? Давайте смотрим на карту. Мы где-то здесь, да, находимся. Есть какая-то метка Мерл Брик. Это какой-то городок. Скорее всего, туда и пойдем. Давайте меточку ставим. Самолет, блин. Я хочу полетать, я хочу посмотреть на карту. Но это мы, наверное, сделаем в следующем стриме. Сейчас... Пойдем в задание. Мы даже охотиться будем специально. Специальные стримы именно по охоте. О, олень.
Олень. Собака. Хищник. Так, а у нас есть вообще аптечка? Приманка. Так. Собака. Ёптать, его сопровождает собака. А приманочку-то нам как-то надо это... Блин, мы можем рыбу, да, по идее, ведь? Взять рыбу как приманку. Рыбу, по идее, как приманку мы можем взять. Ножик мне не дали. Это хреново. Так. Там чувак, да? Не, я сейчас, короче, загадушу вот этого. Дай лопату. Лопата есть? Нет лоп. Это что такое? 70 метров машина, скорее всего, какая-то. Ну, короче, идем. А, это ты все плюсы ставил, да? Все, ты спалился. Сейчас. По идее, у меня, я видел, что у меня есть ножики. Зачем ты бросил аптечку? Так, вот. Есть ножи. Есть приманка. Есть приманка. Три приманочки у меня. Есть взрывчатка, есть ножи. Окей, сейчас мы попробуем вот эту бандитку бить при помощи ножа. Надеюсь, что меня никто не заметит. Ну, красиво, вот. Блин. Я говорю, что Хант красивая игра, но она же не такая. Набегай! Убейте! Не убивайте гражданских! Сори. Так, ключи. Мы можем, типа, брать всякую технику, да? Например, магазин. Нет. Подождите. Взять удочку. Можем наловить приманку. Но это все потом. Охота, рыбалка. Это все потом. Я просто хотел кинуть... Ножик, это взрывчатка. Ты поздно мне говоришь, дружище. Так. Скорее всего, город опять же захвачен. Так, а тут можно в дома заходить? Во все? Закрыто. Можем залезть на крышу. Такой небольшой, я бы сказал, даже не город, а... Ага. Деревня. Раз, два. А где этот чувак, который с нами был? Он у нас уволился, видать. Ага, нифига себе. Блин, я не знаю. Только не убивай их, Рен. Здесь я могу зайти? Нет. $63. Там наверняка аптечка. Алкоголь. Алкоголь. А что мы можем делать с алкоголем? Раз, два, три, четыре. Где стреляли? Где стреляли? Где стреляли? Давай. Чувак, у тебя прикольная стрижка. Наши жалкие задницы, а? Никто мне не говорит.
Хочешь совершить подвиг? Ты говорил плохо. Так. Похочешься на задание в другом стриме. Что? Я пропустил. Ничего не пропустил? Так, навыки. Гражданское спасение 5. И чё? И чё мне дается? Так. По-моему, ничего. Чтобы открыть меню навыков, нажмите Q. Это погружение. Это что такое? Типа с парашютом можем. Вот я вот это хочу открыть. Получить навык. Крюк. Кошка. Это мы можем открыть? Да, открываем. И похоже, что очков-то больше нету. Сектанты мы собирают всех собак в округе и отправляют куда-то на север. Я пыталась предупредить Рэй, но она не взяла трубку. Так, умри, папа. Что нам надо делать еще? Что нам тут надо делать? Чувак, давай я с тобой поговорим. Мы можем с тобой поговорить? Мне очень повезло. Я спас. Мы не можем с ним поговорить. Фазио, спасибо за лайки. Что у нас здесь заметочка? Что у нас такое? Взять карта. Открыть карту. Так. О! Ферма Рэй-Рэй. Где? Я так понял, что мы можем... Это ферма Рэй-Рэй. Бумер сходит с ума, я не знаю, что делать. Бумер — это собака, да? Окей. Где она находится? 385 метров. Машины. Можно сесть? Зачем ты ее бьешь? Поехали. Я надеюсь, что здесь... Окей. Стороночку. Ручной тормоз, сигнал. Следующая радиостанция. Подождите, мне эта радиостанция не нравится. Едем, короче, враги, там, ребята, смотреть. Хорошо заплатят за мясо и шкуры. Да, про Кимера услышал, Иван. Это что такое? Что за машина? Ой, а как они меня заметили? Вот так вот тебе, чувак. Ты сдох. Нет, ты не сдох. Уже сдох. Так не понравилось, даже из машины так пахло. Спасибо. Давай. Пригодится. Только посмотри на меня. Чувачело! Я кого-то убил. Я, по-моему, водилу убил. Пользуйся аптечком. Так вот, все быстренько. Залечились. Окей, окей. Надо нам гасить музыку. Он сюда идет? Он не будет стрелять. Сдох, падла. Так. Нам, наверное, надо перейти в настройки. Настройки. Настройки звука. Громкость голосов чата. Субтитры, субтитры русские, музыка, музыка включена. Если выключим, блин, тоже как бы неохота, голосовая связь нам не нужна, чувствительность микрофона не нужна. Вот радио, именно радио я бы отключил. Так, окей. О чем мне с тобой надо говорить, нет? Уже получил, Вилли? Бойцы. Окей, ну давай. Всю открытку от Иоанна. Нанять, давайте наймем. Прихлопнем Иосифа и его дружков. Давай, садись в машину и поехали. У нас там бумера надо освобождать. Готово. Подруга, так. Следующая композиция. Выключить радио. Вот так вот. Эта идиотская метка ничего не значит. Мы дадим. Ну, в машине как-то... Не ахти. Так, аванпосты нам пропускаем. Пока пропускаем.
нам сюда. Пускай догонят. Пускай догонят. Езжай отсюда. Блин, я и ездил. Я тебя убил, нет? Я убил. Лечись. Эти играют в Far Cry Primal. Нам сюда. Кого-то не учили в прятки играть. Кого не учили? Нам куда? 75 метров. В порядке. Давай выходи. Туда пойдем. Ты вышла? Пошли. Сейчас, ребята, спасем собаку. И, наверное, стримчик закончим на сегодня. Что у нас здесь? А, стрелы читать. Я слышу медведя. Я слышу медведя. Я смогу его убить? Фига себе, медведь! Я смогу залезть здесь? Он на меня смотрел. Блин, я его не хочу убивать. Подожди, подруга. Он сейчас за нами побежит. Ты чё, упала, что ли? Мы можем его убить из лука, но у нас нету лука. Он же кого-то тут задрал. Так, окей, тогда мы нажимаем карту. Карту. Нам, сюда надо. Сходит с ума, я не знаю, что... Нам сюда надо идти. Меточка. Там машина. 103 метра туда, что ли? Ну вот ферма. Вот ферма, я вижу. Мне не нравится убивать. Но я не могу... Ура-ура-ура-ура-ура-ура-ура. Нифига себе. Ты чё? Это же индюшка. От меня тебе не спрятаться. Так, я что-то слышу. Ага, вижу. Так, вот эту хрень нам надо взорвать. А тут даже горит, она еще и не взорвалась. Блин, я просто... Что? Вот так, убегай! Убегай! Вот так. Собака будет вместо бинокля показывать. А, то есть она, то есть не надо будет даже наводиться, я так понял, да? Собака просто сама будет чувствовать противника. Тихо. Походу я старею. Там полно, я думаю, народу. Два чувака. Там машина. Тише. Тише, я понимаю. Вот этого можно легко убить, да? Ты нафига стреляла-то? Тебя спалили. Ты пипец упоротая. Выдвигаюсь. Выдвигается. Я думал, ты пойдешь по стелсу. Сейчас они знают, что ты здесь. Ну, блин, ну давай, иди. Я пошла. Убей его. Убила? Не знаю, это когда они сделали, чересчур. Она снайперюга, что ли? Захерачила их. Здорово. Так, а нам нужны ключи? Так. Что-то я видел какую-то меточку. Читать. Так, этот пес лучший. Достаньте его к нам, чтобы его... Пусть мой брат решит, насколько это зверь хорош. Иоанн, окей, это послание для... Нам нужны ключи. Бита. Нифига. Не бита. Скорее всего, нам нужны ключи. А,
Пес. На фотографии. Еще одна надпись. Должны быть ключи. А я вот откуда знаю, что она боец? Она вот там кого-то долбит сейчас, возможно, медведя. Так. А может быть, нам нужно... Другие идеи есть? У меня идеи, как его достать оттуда. Лезть. Мне не надо туда лезть. Ребята, подсказываем. Как нам надо его освободить? Они убили хозяев, да? Что у нас здесь? Обыскать. Ну, мне игра нравится. Вот. Нравится. Конечно, в ней надо разбираться. Так, вот я, чтоб ты тут не вещал. Так, где ключи? По идее, ключи, они ее поймали, они должны были взять их ключи. Возможно, надо в машине зацеплять. Обыскать. Блин, ну точно не это, да? Разбей клетку. Желтую клетку. Какую желтую клетку? А, ёптать. Ты куда пошел? Я тебя выручил. А, ну понятно. Хозяева. Понятно. Все понятно. Дружище. Приласкай, давайте. Кто тебя еще приласкает? Что же, мы нашли лучшего друга, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мы заканчиваем на этот наш стрим. И будет снова стрим, если будет достаточно просмотров. Поэтому всем пока, приглашайте друзей.